любимые, замечательные Тёма и Алиса. Я хочу вас поздравить в этот замечательный, самый, наверное, счастливый день в вашей жизни, с вашей свадьбой, с вашим бракосочетанием. Хотела бы пожелать вам, чтобы вы понимали друг друга, старались друг друга, жили друг другом и, самое главное, стремились друг к другу. И большой-большой вам любви. Я от чистого сердца хочу вам пожелать счастья, любви, самое главное, здоровья. Потому что все остальное дело это наживное, тем более знаю вас, вы ребята хорошие, целеустремленные, у вас все получится. Здоровья вам, здоровья вашим близким, пусть ваш жизненный путь будет гораздо проще и легче. А самое главное, чтобы вы этот этап преодолевали вместе, и у вас всегда все получалось, и вы никогда не унывали. Потому что жизнь штука такая, периодически она нас бьет, мы падаем, но самое главное подниматься и в вашем случае подниматься вместе. Любить – это значит желать любимому человеку то, чего он желает себе сам. В нашей семье была одна единственная дочь, Алисочка наша любимая, а сейчас добавился еще и сын, Артем. Я тебя тоже люблю так же, как и ее. Любви, огромного счастья, изобилия и благоденствия во что? Хочу пожелать вам, чтобы вы оставались всегда хорошими, и достойными людьми по отношению к своим друзьям, по отношению к родным и близким. Что ты не только моя дочь, но ты и мой настоящий друг. Самый лучший в моей жизни, которую я люблю, верю в мою жизнь, ради которой я живу. Ребята,